здравствуйте. Мы общаемся снова из Максим Medical Center. Я доктор Максим Чумак. И мы сейчас заканчиваем процедуру, которая называется Vampire Facial. Это было начато сегодня утром. Мы закончили первую часть, которая называлась Vampire Facelift. И сейчас мы используем прибор microneedling. Но в этом случае мы добавляем активированные тромбоциты, вернее, концентрат тромбоцитов. Насколько вы знаете, тромбоциты помогают нашей коже регенерировать. И это один из процессов, который как раз вот происходит на физиологическом уровне для того, чтобы использовать это в наших целях сейчас. Что хорошо для именно Vampire Facial, это то, что используется очень маленькое количество плазмы, которая распределяется по всей коже, и вместе с microneedling мы можем контролировать, насколько глубоко это проникает. Весь смысл этой процедуры это помочь высококонцентрированной сыворотки с тромбоцитами проникнуть в слой эпидермис немножко глубже. Это как раз там, где проходят процессы регенерации. Как вы видите, процедура вызывает очень маленький уровень дискомфорта. Мы используем местную анестезию перед процедурой для того, чтобы уменьшить чувствительность кожи. Это помогает уменьшить дискомфорт. А мы продолжаем нашу процедуру Vampire Facial. И что в принципе характерно для этой процедуры, что мы можем использовать microneedling практически в любых частях тела. То есть, если нам нужно улучшить структуру кожи в районе ягодиц. Другое применение для процедуры PRP с microneedling это, например, для растяжек после беременности на животе, на груди и на бедрах. Это очень, как вы видите, безболезненная, практически безболезненная процедура, занимает немного времени, и самое главное, что от нее невозможно практически, так, невозможно иметь побочных эффектов, потому что мы используем вашу собственную кровь, ваши собственные тромбоциты, на которые мы не можем развить аллергическую реакцию. Все остальные виды лечения, будь то лазер или любые инъекции, есть потенциальная вероятность иметь какую-то либо общую, либо локальную аллергическую реакцию. В этом случае у нас таких проблем не существует.